Кстати, неплохо было бы. А что с головой в итоге? Троллю-то отдадим голову? Он хочет голову, он хочет поменять. Голову хочет Т5. Джайна никому нахуй не нужна была последний раз, кроме Нейли. Нахуй ему, блять, это. Там состав такой был у вас, мощненький, Лёх, последний раз. Который, ну, фуловый, типа. А остальным там много кому надо. Это первый раз. А второй нюанс. Ему отдавали 4 куска Т5 с расчетом на бошку. Я ему отдавал, вот, блядь, было КД, где я ему отдавал все Т5, которые ему надо. Я ему отдал 4 куска Т5 с расчетом, что там с этим будет башка. Сейчас у него меняется, типа, эта хуйня. Почему сразу нельзя рассчитывать? Дэл, у тебя один и тот же покупатель на... Да, у меня один и тот же. У меня тот, который в очереди за Еуджевским локом сидел, ждал. То есть здесь слушаем лук сразу. Тогда он только лук купит, то он надеялся, может получится этот как-то договориться, ну, говорит, на голову. Когда вам отдают Т5, вы сразу должны представлять, какой у вас будет сет. А не так, что вы взяли, блядь, распиздяйски взяли 4 куска, блядь, а про нонсет не подумали. Ну что, я тогда Байеру пишу, что он зайдет на голову тоже? Да. Окей, ладно. Пускай ждет Жен и Бошку. А что ее ждать? Она сегодня упадет. Все нормальные локи ходят, блядь, с Бошкой и с Джайна. Да хорош ты, Заяза, ну что ты ругаешься? Обзываешься. Ну, Делорус еще долгонога нету, так что. Что-то тут не так. Да, Дейл слабенький, а че он тут вообще? Да он не дамажит. Все, остался просто. Грипп и то больше дамажил в свое время. Да хуй там плавал, он дамажил. Блин, если бы грипп на самом деле... Ой, там что-то плохо слышно. Кирс, ты пропал. Его совы похитили, он хотел сказать спасите. Хотел сказать спасите, а получилось сосите, да? Хорош! А у кого-то в рейде есть талисман убийцы из бездны надетый? Да. Есть, но одетый не знаю. У прости одетый. Раз, два, нормально слышно? Да, ништяк. Все окей, что-то у меня наушники гонят просто на компе. Я поэтому с мобилы. Так, время-то идет, что давайте там. Стою слишком далеко. Давайте проверку. И рыбачить. Вот, короче, первых двух боссов там. Команду аж порадует. Анонсишь конника от вихря там отбежать, да? Запомнил же, смотри. Это жестоко, кстати, было. Тогда вот так вот делаем, смотрите. Еще больше унизили, давайте еще. Ты готовы ловить рыбу? Диван просто киньте, да и все. Ты перед этим плевком босса, да, диван поклонник? Зато не умру. Это похоже на план. Конь. Что? Давай мы тебе это еще... зубы будем. Начара 2 показал ДПС. Мертвые не ебошут. Тихо. Метеолог под мира 2. Бафы сразу обновить.
вернули. А подойти? Друиды лапу, прожмите под водой. Повешать? Да, есть. Это, ты гилку не снял, то это игра там вот так дохерища. Надо, чтобы могло кто-то убить. Я их для тебя соберу. Кто на мобах будет в колонку? Сейчас. Звездочка на мобах. Ничего, нужно было из ДД в технику. Дам Редвару гилку, чтоб не сдох. Нет, можно если... Можно половину если, твинку если... надо брать. Убейте рыбу. Если конь не АФКшил бы и дал бы на АПУ, и ничего такого не было. Давайте, давайте еще твинал. Был на пол, просто коват упал в воду. Ты был вторым по агро. Вот только, блядь, босс только появился, нет? Он вроде отбросил, а ты сразу же умер. Когда танк в воде, он его не бьет. Ты вообще видишь, что у тебя происходит во время боя? Да, бейте все, чтобы закапывания не было, лучше сильнее кнопки жмите. Нырнули. А чуть ближе, да. Вернули. Убивайте. Сдуло с воды. Кстати, антенну, по-моему, вообще можно не вынеривать, да? Там же у нее задержка дыхания, по-моему. Там рыбки кусаются. Нет, никого нет. Лёх, дай ассиста, если не сложно. Я сразу чела возьму. Да сейчас подойдем господа. Ну окей, он просто говорит, в рейде могу посидеть пока. Там конь на этих рыбках на кучу. Шмот там разролится, бегите вон на трэш. Это... Только не это, трэш не заагрите со стороны. Ну тут как справа опу... не заагрите. Пошли за звездой. Херачим. Тут не снимай точно. Без дел.
Не поможет тебе девка, или Сереж на палате сидит? Подобреет юрт и забирает с вами. Помешает мне забрать. Все, лучше ничего не говорите, не оскорбляйте чувства верующих. Чувства протовара. Там, правда, большой еще придет сюда. Подожди, Ватал. Тотем, его фейки сразу. Вот это мы сейчас бьем. Чувство неверующих можно оскорблять? Дядя. Неверующих можно. Элбрил проводит там лоф не свой. Смотрим, какой прибежать. Моб. Какой моб? Хороший? Плохой. Хороший, плохой. Смотрим болезни, если появятся. Славливайте рейнджер. Бежим тогда. Пока я не вижу болезни. Это паразиты. Паразиты? Паразитарная инфекция. Пока вы решите, какой это моб, он уже упадет. Там не Сагрим, а Бак, кто там бежит. Типа без. Да не, было бы плохое, уже упали. Ладно, так и быть. Пускай тут моб там ходит. А, он сагрился, короче, на колодец. Идет сюда. А я говорил про колодец. Не забудьте, что за мобы, да? Вы зря так его говорите на себя. Ну, вы его не тыкаете, поэтому он стоит. Плохой. Хуёвый. Why? Дальше вы, а чё вас там прошибает? Лужа! А, ну выходите с лужи. Сейчас она хилю весь рейд. Сейчас ещё лужа. Я вас обманула, хорошо. Бейте этого большого. Болезни вроде нет. Тоже ты чё, Амир, со страхом воду прыгнул? Со страху для подстраховки. Вас я уже заранее. Там скорее не со страху, я просто стал на самый краешек, и там текстура, короче, не прорисованная где-то есть. Я просто провалился сквозь текстуру. Амир, это оправдание, понимаете? Только не сделаешь, лишь бы не бить, да? Я очень мечтал встать на самый краешек. На самом деле я тоже хотела спрыгнуть, потому что меня там зажали, если бы это было плохое, я бы спрыгнула. Настоящий мужчина включает тапочки и бежит по рейду. Достаточно сделать просто чардж своего. Включаешь тапочки, бежишь через свой рейд и так, чтобы тебя не спалили. Да, вот прям не спалишь, чтобы на тапочках кто-то пробежался, да? Прям вот не видно совсем. Ну, мира прочитать никто не успеет. Я прочитаю. Я некоторые модельки и так знаю, какого трансмог. Я могу еще рестор друидов или софт перепутать. Ну, Рудвара, я тебя точно знаю, да? Даже сзади. Сергей сегодня в ударе. Софтр Рудвар. И смотри, у него какой удар-то на это. На один уровень. Готовьтесь, ход и теряет. Опа. Вылезает из стены, чтобы дать там всем. Только не сагрите магов пустоты. Это нормально. Но может быть уже после него. Ну и ничего страшного, шивы, да?
Я, если что, бегу назад. Бегите назад. Ничего не понял. Да ладно. Долорес, наверное, понял. Как Гена тактично. Плюсанул в рейд и сразу же офнул. Я говорю, если что, бегу назад, а там мобы. Самое чувство, когда мальдозавр обгоняет конника по ДПС. Какой там? Чего сегодня на меня так сделали? Я просто в носу ковырялся, что делаешь. Войт, сколько нужно в рейде про товаров, чтобы СВ висел бесконечно? Так, ну давай посчитаем. В одной минуте, так, ШВ 12 минут, за минуту 12, 5 ШВ, получается. То есть 5, мы 5. Рассчитываем сейчас, сколько протовар топчик, да? Короче, 9 протоваров надо. Во, надо вред 9 протоваров. И она будет по КД висеть. Если никто не заспакает. Макрос сделать, типа, первый, второй, третий. На первый, второй рассчитай себе. Войда поставить командира. Смотри, Жатвар. Я передамажил его. Бездны, кому поиску даешь? Такие нескромные вопросы задаете, ребята, о, конечно, я удивляюсь. Отвечает да, человек, которому он дает. Она тебе нужна, да? Так-то да. Не, ну мне как бы не горит, я так, просто он мне предложил, да, я не отказал. Дэл там все выкупил уже. Просто на самом деле, знаешь, даже не по рекаунту можно палить. Если мобы быстро умирают, значит конника бьет. Если мобы долго умирают, значит конь слаг. Я на полсекунды свернул игру. А я думал, если мобы быстро умирают, значит тотем раздавайте в рейд. А вот так правильнее. Где раздавака? Почему я его не вижу? Хотя бы тотем бы выглядывал из-за угла, да? Да-да-да. Почему вот у него бонус от 4 кусков, а не от 2? Я бы сейчас спекнулся на трэш хотя бы. Назад оттяни немножко. Ну или быстрее бейте. Что вы КД есть еще? Быстрее вот этих двоих сливайте, зергайте, да? Маз диспел дайте. Я знаю, что сегодня сектант не упадет. Мы на мышине, что ли? Чего тяжко упадет? Кроваться. Станьте себе печенье. Блин, ну-ка скажи, выпадет сегодня корень или... Так я говорю, она практически... Корень никому не нужен, а значит упадет. А, ну хорошо. Мне хорошо, нужно. Рейди. Чемоголу нужен, по-моему, человек. Он практически никому... Ой, ты зачем это делаешь? А? Ты зачем это делаешь? Блять, чего я отдал? Бегу. А те мобы бы пришли бы на кого-то, зачем ты их встал?
Ой. Не. Все. Сюда беги, родной. Когда в мире умирает один протовар, дальше придумайте сами. Все, пофиг. Черт, еще какой минут. Ничего не меняет. На одну секунду. Да. Когда умирает один протовар, их больше не остается. Рождается новый воет. Новое поколение. Новое поколение. Все, мы все зачистили вроде. Пошли бить слепого. Можно я, кстати, сегодня не буду отбегать от вихрей, вы меня прохилите? Не знаю, что тут... Мы подумаем. Короче, одного, КПшка прилетит, одного могу спасти максимум, но это после вихря скидывается агро и после демон формы. Рыбку поставлю. Дел, чё там, где твой покупатель? Сейчас беру, он релогается, говорит, и заходит. Так что, Руги, ты смотри, это мой ждет. Во время вихря... Я тебе скажу, если он не зайдет. Как заканчивается вихрь... Напуливайте на кого-то, потому что я брони не беру точно. А это тот же гин? Да, он все тот же. У нас чего отвалилось? Кирс, уйдешь в логаут? Кто, кого брать? Да, конечно, поменяю его, это вы. А кого брать-то? Гим. А че, вы его не кинули в пати, дайте шкаф. Хотя, тут инховская тренька, да, падает. Ну ладно, хрен с ним. Шкафируйте. Уже стоит шкаф. Тогда я пикну на сумму. Все, он здесь. Чикнуху. Шаманы, если что, на демон не ги. Динозавр, не забывай крик на Б. У тебя прокачанная. Я убрал. Все готовы, даю отчет. Гера, это рановато было. Приготовьтесь, скажу там за 5 секунд, когда будет форма обычная, на пол своей не это. Кого-то будете. Убивайте демонов. Крестик, убивай демона. Кто это? Цепуха, не хилите, еще могу. Били. Да, были. Приготовьтесь 5 секунд до обычной формы. Приготовьте на пул в кавата. Давайте на пул в кавата. Пул на пул.
Красиво. После вихря, если у кого-то откатился на пол, еще на пол дайте. Ну, наверное, не откатился. Будем уповать на везение. Да. Твой везение. Тор. Фаталити вихрь. Дал тебе крик на хп, дольше будешь жить. Демонов. Цепное исцеление стоп. Спасибо. Обычная форма 6 секунд. Приготовьте на пул. Давайте на пул на коварство. Элбрил. Элбрил, как дела? Вихрь 2 секунды. Осторожно. Элбрила нет. Элбрила нет, будьте осторожны. Скоро переходная фраза. Откатывается на пул. А, на пул сейчас не давайте. Как это не давайте? Он сейчас на меня побежит. После вихря. Несы. Несы, несы. После вихря на пул. После вихря. На этот вихрь дам ШВ фулл ДПС. На пол на Делорус. У меня сапоги есть, нормально я побегаю. Фулл ДПС просто херать. Дал ШВ, фулл ДПС захил хорошенько. Ну, будет доты, конечно, висеть. Так. Отлично. Давай прожимай. Прости на хп. Коват саку прожимай. Вот, два тела сдохли. Эти успели добить. А я если бы не прожал ложный выпад, ложный выпад, я бы тоже сам. Так а ложный, да, он тоже снижает с 50%, ничего себе. Так а чё демон у нас-то был про товар? Это просто ШВ кончилось и кровопускание у людей было. Посмотрите, у меня отхил, кого я хилила и сколько. Кого ты хилила? Коника, отбегай всё-таки. Хилила Коника 276 тысяч. Ковато 224 тысячи. Коник, а ты танчик. Конь. Это примерно то же самое, что на Ларе в Хэмке. Хилят в основном чисто тебе. Короче, Нянек сдох из-за того, что ложный выпад не вытащил на панель. Перчатки... Перчатки магу скинули, да? Не знаю. Нет, вон Бонни Клайда и Радвара больше меня хилит. На 40к. Охотник вам чернокнижник. Долоресу скиньте их, я их отдам Байеру. Какой там моб? Хороший? Хороший. А вот меня не хилят, а это плохо. О, хилят. Я тебе каплю дал нормальной жизни. Сейчас еще крик на хп дам. И бдилку дам. Бездна, кинь Долоресу.
Кирс, а ты чё, типа тебя за сумой? Сумой? Я Сиксан заберу. Сейчас какие-то мобы появятся, осторожно. Лужа. Так, чё, паразит? Опять эти плечи. Ну там Карина хотела себе на транс тоже взять их. Осторожно, не сагритесь с мобом вместе. ЛСВ, короче. Наверное, так проще будет. Берите колодец, сзади босса стоит. Подхиливает вас. А третья чё упала? А, или там одна же шмотка? Да, вроде так. Вот ты третий шмот. Лужа, аккуратно. Что же вы в ней стоите? Конь, тебя сегодня не Некс подменяет, что ли, или что? Моб идет, смотрите, как... Бейт, нормально. Чё у тебя на Некс? Четвертый кусок, да? Угу. РТП если будешь? Угу. Теперь задает голову. Я что-то вспомнил, когда... Маша, четвертый кусок. Что меня убило? Поменяла 50 на 5, ничего не поменял. Или что? Да, убили свои игроки, если ты про босса. Ты не убила. А, понял. А я сижу, разговариваю, вас не слышу, тыкаю, блин, это по фреймам вокруг не гляжу. На своей волне. А можно не АФК, что-то как-то маловато народу бьет. Чек на АФК. Ну, как сумон будет, так и побьет. Давайте бейте, не просто так стойте, обнуляй рекаунт. Лужа. Ой, ну что ж вы. Сова, у тебя все нормально. Сова. Поднимите 4 человека. Ой, еще трэш. Осторожно. Лотните, лотните моба, плиз. Траусов. А я убрал сову воскрешать. Нельзя с ним. Серег, ты осторожный, грипп не одобрит. Пока не запускай следующих мобов. Проклянет, что ли? Грипп? Да, конечно. Или порченую идешь. Порчу, грибную. Без этих грибных мобов, ой, людей. Все уже, да? Резать этот наш ДПС. Быстрее вставайте. Фул баф, все встали. Новый крик на ХП. Мана фул вроде бы фуляем. Ну это я отойду сейчас придашь. Ага. Видите этих червей? Еще по бокам сейчас соберем. Нужно подойти. Ой,
хорошо. Какой там херовый рейндж набираем, быстренько рейндж 15 метров. Мобов не сагрит. Быстренько набирайте, сначала наберите рейндж, потом все остальное. Матеола, Шимагол, рейндж, резист, Джокер злой, Жунуэн, Молдазар. От кого-то отойдите кто-то. Молдазар, Джокер злой, Жунуэн. Жунуэн, Джокер злой, Шимагол, сядь. На вас говно возле категории вешается. Чтобы оно не вешалось, надо отойти от других людей на 15 метров. И тогда оно исчезнет. Оно исчезло. Ура, аллилуйя. Добивайте моба. Подхильте Кавата. Пропустите хилу Кавату. Кават, жри колодец, вон стоит. Это плохой, бежать можно, нет? Плохой. Снова болезнь в рейде. Набирайте снова рейндж. 15 метров. Давай поменяемся. Господи. Сила бездна, подходи. Зачем? Вы что делаете? Диван дайте. Дайте диван. По-любому тело быстрее. Паладин, это есть в рейде? Паладин нет. Дали уже диван. У нас танк, паладин. Точно. А зачем вы босса запускаете? Скажите мне, пожалуйста. Смотрите. Подожди, у нас нет времени. Я в диване стою, все нормально. Сейчас разбегутся мобы, вы только не убегайте в ебенишку. Кто не убегает? Сейчас, босс встал, да? Так. Можешь вставать, резать. А зачем вы запускаете босса, я не понимаю. Бонни Клайд, как дела у тебя? Бля, честно, я не знаю, я стоял все это время, он не агрился, все нормально было. Все это время тут стоял, весь этот так, трэш. Бонни Клайд, на тебе черная метка. Я за тобой слежу. Ладно, блядь, ну я тебе серьезно, все это время тут стоял. Все встаем. Треснить его, но я выбрала Бонни Клайда, кого не достала. В коридоре не Анекс, вон Матеола еще лежит в углу. Тресните меня, пожалуйста, меня не достало. Сейчас всех ресну. Где звездочка 3D-метка стоит, там стоят боссы. Держитесь оттуда на расстоянии 50 метров, чтобы их не сагрить. Касается людей с меткой крестик. Ну я тебе серьезно говорю, я не знаю, как тут сагрил. Ты внимательнее. Стой на другой стороне комнаты. Да я понял, ну сори, ну реально, блядь, не знаю, что за херня. Будьте осторожны. С тобой будь осторожен. Кават, трэш идет, аккуратно, большой идет. Подойдет. Вон последнего тела смоним. А, все, он. Рэнджу. А, это нормальный, нормальный. Долорес, я же хотел к себе плюнуть. Прям в толпу всегда самонил. Если бы это ядовитый был. Не, я тебя самонил до пула.